«Герои неба». Сергей Ильюшин – знаменитый авиаконструктор, трижды герой социалистического труда. В начале 30-х Ильюшин возглавил собственное конструкторское бюро. Перед войной здесь была создана одна из самых удачных боевых машин – штурмовик Ил-2. Этот самолет стал настоящим кошмаром для врага. Их прозвали «летающими танками». Сергей Ильюшин – основатель собственной школы самолетостроения. Его разработки и идеи оказали огромное влияние на авиационную индустрию. С 1943 года Ильюшин работает над созданием пассажирских самолетов. Самые известные массовые – Ил-14, Ил-18 и Ил-62 – используются и в наши дни. Именем Ильюшина названы улицы в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже и других городах. Мы помним наших героев. Российское военно-историческое общество.